Сроки сдачи детских садов в Нижнем Новгороде снова сорваны. Но в этот раз хотя бы не совсем есть и хорошие новости. Напомню, что 9 детских садов должны были быть сданы в прошлом году, в период с августа по октябрь. У каждого детского сада был свой срок окончания строительства. Но ни один не успели, ни один подрядчик детский сад не закончил. Сроки сдачи детских садов перенесли на декабрь 2021 года. Опять ни один из 9 детсадов достроить не смогли. Установили новые сроки достройки, начало марта. И снова ни один из 9 детских садов не готов. Причем явно видно, что до готовности некоторым детским садам, которые должны были быть сданы еще в прошлом году, далековато. Поэтому в городском департаменте строительства после мартовского срыва сроков установили более гибкие планы. Глава департамента строительства в начале марта заявил, что срок окончания строительства 5 детских садов переносится на конец 2022 года. Но вот 4 детских садика должны быть завершены до конца марта. Сегодня, в последний день марта, мы объехали эти 4 детских сада. Сейчас у нас 31 марта. Детский садик сдан? Нет, он еще не сдан. Сейчас идут процедуры по, так скажем, испытаниям инженерных коммуникаций. То есть и сдача не за горами. А инженерные коммуникации, это понятно. У вас не готова часть фасада. А это же никак не связано с инженерными коммуникациями? Ну, это тоже никак не связано со сдачей. Дело в том, что часть фасада будет готова на этой неделе. И, соответственно, когда будут готовы испытания, уже и часть фасада также будет готова. Когда объект будет сдан? Когда пройдут все необходимые процедуры. Он на стадии сдачи. Это как? Ну, это так. Ну, как? Когда? Проверка на сдачу назначена. Значит, и она будет проходить в необходимый срок. Вы хотели бы поинтересоваться, сдан ли у вас объект? Все в процессе сдачи и по отзывам комиссии, что он считается сданным. Как, насколько у меня, я обладаю сведениями. Ага. Уточнить можете в главуксе. Угу, я понял. Но у вас объект приняли, правильно я понимаю? Вы понимаете, вот однозначно ответить, принят, не принят, там много всяких факторов. Пачка документации вот такой. Сегодня, вчера был крупная комиссия, сегодня тоже. Угу. Отзывы нормальные. Угу. Мы считаем, что садик принят. Строительные работы закончены? Строительные, есть... да. Угу. Ну, отмостка у вас сейчас приобрела обратный уклон в сторону здания. Это нормально или нет? Вот сейчас вот самый мокрый период. Там еще один слой будет делаться. У вас затапливать все. Подвал будет просто. Еще один слой будет делаться отмостки. Ну, то есть не готов садик? Садик готов на 100%. Садик готов на 100%. Мы сдали. Если есть какие-то вопросы, обращайтесь в УКС и в ГАСН. У нас принят садик. Все. Так они закончили строить или нет? Там, да. Там все уже. Сейчас уже завозят там все этот материал, там полочки всякие эти. Ну, сами кто в детском саде, кто там? Мебель. Да, вот это все завозят они потихонечку, все. Там это все убирается, там полы моют, все. Третий этаж уже чистый, второй. Ну, окошки тут мыли, все подметали, все подготавливали. Директора нет, никакой информации не могу дать. Нам просто интересно, сдан у вас объект или не сдан? Вы же прораб. Какая разница? Так большая. Директора нету, никакой информации я не могу дать. А вы не знаете, как прораб, сдан у вас объект или нет? Не знаю. В общем, на данный момент лишь 2 детских садика из 9 производят впечатление почти готовых. В мэрии заявляют, что так как сроки сдачи всех детских садов были опять сорваны, ко всем подрядчикам применяются штрафные санкции.